Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор масла сосанквы. Сосанква представляет собой вечно-зеленое декоративное растение в форме небольшого деревца. На нем распускаются очень красивые большие цветы красного и кораллового оттенка, что и делает сосанку такой привлекательной. Изначально дерево произрастало исключительно в тропических и субтропической зоне. Масло сосанквы добывают из семян растений, после чего они поддаются холодному прессованию. Таким способом добывают масло, которое используют в косметологии. Если масло в дальнейшем будут применять для пищевой промышленности, семена предварительно поддаются обжарке. Это жидкое масло бледно-желтого оттенка с нейтральным запахом, растворимое в жирах и маслах. Рекомендуемый процент дозировки от 1 до 100%. В косметологии его очень часто используют как базу для приготовления кремов. Полезные свойства таковы: питательное, профилактика от появления морщин, регенерирующее, бактерицидное, защищает кожу от воздействия солнечных лучей. Применение масла таково: средство по уходу за сухими поврежденными волосами, шампунь, бальзам, маска, лосьон, антивозрастная косметика, солнцезащитная косметика, косметика от растяжек, косметика по уходу за кожей вокруг глаз, средство по уходу за сухой кожей. Вот такой бутылочке мы отправляем масло сосанквы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!